Ελίζα Κρυμπίδης, Χρυσιωτιέρα, Μεγαλοπάτα, με τον Βέλα Τσικεσκάλλογο, με τον Ζωνία, και ένα πλησίδιο στην Ασυπόλια, Δέχνη Παμιοπόλια, τον Ίζνη Φασόλα, και ο Κιφάνας, τον Παπέζο Κιφάνη, και τον Ισάμπρο Κιφάνη, και τον Ισάμπρο Κιφάνη, και τον Ισάμπρο Κιφάνη, και τον Spanish breaker, non cosa si può fare di più, non so più come può, e se non si può fare di più, 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 non si può fare di εγώ γέννω, σήμερα το Άνιος Πρέιτερ, με πέντε δεσέκοντου και λούχα την κλώσσα, το ήθελα να παρακάνω, κάνε πήρε πέρα εγώ, δημόν, πόλτε κλώσσα καν, ελικά, μέσα στην πειράδια, σε τσάρτικο περσονόλα, κόσα την πειράδια, και την πειράδια, σαν την πειράδια, наконец-то кончили наш турнир. И по второму стартовала. Посмотрим, что сделают адские румы. Ну, там дальше что-то помню. Может, в группе было внесли в район, и еще не помнишь. Контроль ножичка. Задал слово, проверил. Красавец, пытается красавец прямо получить, можно ли поменять скоро войсил. Здесь будут просить румари, проектор, телефон, ну, Кэма растерялся немножко. Бриотранка ушли, молодец. Бриотранка пьет, все нормально. Давай. Сможешь тебе лицо, потому что ты можешь черепком в ответ, снова телефон. Опять же, типа, положив на голову, понимаете, если это заплачено, то это... Припрыгивает X-Ray, произвол, кончи, иначе 41 за баги, откуда не возьмись, как говорится. Проходит там два паркена. Цинковые полы, голые полы. Держит самостояние, черепок на ножи. Черепок. Ну, выигрывает там же, да, вот 1-1. 1-1, молодцы, еще пожмите руки. Ремайки будут ребята, но меняют просто персонажа. Остается кончик. Россия, Россия, Белоруссия. Не такого начала, было незабавное. И вот Джаду, Экзор Пол, может лицо снова же. Спальник, ну, ты для нас, это хорошо. Далее, нет Кэма, должен быть присылки, но его нет, его он получит. Хотя, Кончи мог бы сделать уже без Кэма, у него полная школа. Я знаю точно, если это такие математики, то Рам тоже будет закончиться. Но, пока нет, пока Кэма вперед нам, возможно, и нам не заработает. Если Кэма не знает этот раунд, то в Беларуси. Вот и первая зона, вот и вторая, наконец-то выходит, вот и третья. Наконец-то основной принцип кончил на наших экранах. Телепорт беспонтовый, вообще существует.